Не, бороды вообще не умею делать. Ни брить, ни бороды. Ну так могу там по контуру, а форму там с нуля создать. Это а я вот не люблю бороды. Но я сделаю, и вроде как включаю. Не, там приходят тоже бывают, ну какие бороды, я с триммером подбрею с таким же, как у твоего тебя. И все, и всего, всего делов. Я просто ничего это не буду делать, потому что, ну, для меня как будто это зона повышенной ответственности какой-то. То есть просто за голову люди не так переживают, как за бороды. Я прям подостриг бороды, потому что на меня груз такой, да, вся страна как будто смотрит, типа, женек, давай, не включай. И я типа максимально сосредоточенный. Там в этом, в Инстаграме у вас хорошая борода есть, я видел, ну, симпатичная, да. Такая. И мужчина такой харизматичный. Не, бороды, ну как, ну не такие, конечно, как вот в Инстаграме у вас. Чисто по контуру там пойтись. Вот советую как-нибудь по свободному времени зайти в YouTube и посмотреть, как чувак там в загребе минут 40 опаской работает. Это вообще, как ему не страшно было. Голову закидывает назад, берет кадык, в сторону откидывает. И давай там бамбахать. У меня просто морально на это нет даже сил. Не то, что опаску брать в руки. Ну я опаской работаю очень редко. А вот именно он тоже скелетоном сперва раз, два, потом три, потом хоп, берет опасочку. Ну, погнал, ну, можно потом, конечно же, и опаской пройти, и всем остальным. Что, в принципе, может, сегодня не это сделано, не знаю, но... Он гель же есть, я говорю, да? Да, я специально прям. Ну, наверное, это больше зависит от мастера, кто любит. Кому-то вот нравится четкий контура. Да, контура получились потом вообще бомба там. Я этого не хочу, я просто буквально понимаю, что ты смотришь только на один миг, ну, потом да. Это все отрастает. Для контента. Ну, тут для фотки там можно даже сделать. Мама, привет. Я у телевизора. Проблема в том, что здесь очень ловая, да. Это тоже порой. Ну что тут, никуда не глянем, все сложно. Ну да. Потому что борода кривая, глаза бросаются больше, чем кривая стрижка. Да, стрижка с одного спина, ну, ты видишь, да. Только, а тут борода сразу. Все прерганно, поэтому переживайте. Так некоторых не читают хотя бы о 30% как у бороды. Не подтягивается в сторону. Скажем, на него борода неплохая, но опять же таки она кучерявится не агрессивно. Поэтому мы будем немножко срезать, чтобы убрать эти штучки. Раньше Серега ходил не с такой большой бородой, а мы все тройку делали как сверху. Но там тоже были проплешины, как бы, ну, фейт она не где-то хорошо росла, с одной стороны, где-то там, ну, не так густо, как и надо. И там тренировка не сильно хорошо, ну, была. Тренировка вообще что дает, получается? Плотность бороды, да, еще сильнее или как? На вид? Ну, скажем, снег в первую очередь. И второе, что если есть реально где-то проплешины какие-то, их она. Серега хочет темные. Сейчас она не сильно темная борода. Ну, для меня темная. Ну, для меня тоже. Но не темная, потому что он знает, как темный будет другой. И мы поэтому берем краску конкретно черную, блэк, и тонируем черную. А краска в какой марке? Ну, если бы я знал, ты на Серега где-то на подпольном рынке купил. Именно для бороды, да? Там оно, я как помню, для всего, как я и говорил. И для бровей, и для всего. Серега сказал, что еще он шире можно брать. Ну, скажем, она работает, и вроде так люди неплохо держатся по времени. Как раз нормально брать. И по цене вот она не сильно покупается. Конечно, что ж будет на видео, просто сейчас такое время темная борода, красивая, а что ж будет дальше? Дальше будет еще красивее. Но на видео она вот почти как вот в логотип снизу цвет. Серега себе немножко кантик подбивал, да? Угу. Сейчас смотрю.
Не можешь так мало постить. Вот по поводу пасты тоже бритвы, я всегда у меня был как-то опыт. Я был при лезвии. Но... Что это точно не стоит? Это да, не стоит. И просто что... Страшно было? Ну не страшно. У него жесткий реально волос. И мы тогда продали и распаривали кожу. Даже если распаривать, то опа ноль. Вот. У меня шея и бритва просто не дружит. Да, и плюс я понимаю, что... Я рискую там машину, сразу нанести какой-то порез. Это вообще имеющий. А во-вторых, типа, серьезно, чем быстро растут волосы на лице. Mm-hmm. Поэтому мы, грубо говоря, я дам за элементную работу, а он сидит на утром, следующий уже не хочет с ним появиться. Оно того же реально не стоит. Это тестостерона много, да? Или как? Это генетическая особенность. Не связано еще ни с чем, да? Я знаю по анализам много мужчин, у которых очень высокий уровень тестостерона. Mm-hmm. Как, собственно, так и вызванный синтетическим уровнем. Но борода как не росла, так и не растет. Mm-hmm. Прикольно. Нет отсюда средства, как бы не хотелось. А если миноксидил, ну тут смысла вообще ничего, миноксидила мазать нет, конечно. А вот ты себе не пробовал мазать? Mm-hmm. А я просто не хочу. Не хочешь такого? Mm-hmm. Может прикольно будет, он тоже затонирует. Она-то может быть все прикольно, как с бородой, но я понимаю, что за нее надо опять все плохо. Ну да. Присадку волос можно делать. О, ну да. Я видел какой-то актер, по-моему, из какого-то сериала русского, российского, точнее. Он сделал себе пересадку волос с лица, ну, с волос, ну, короче, с головы на бороду и ушел, как это называется, сменил веру с... Веслан? Да, вот, вот. С довольно знаменитый актер. И, ну, а, этот... я помню, как он в Вольге снимался. Наверное, да. Такой, ну, Малова. Такого, да, Малова играл, да. И, ну, у него как-то прям на голове, на бороде. У него жесткая такая вот борода. Да. Я помню, как это было. Даже вот шептон скелетон даже не забирает, если mm-hmm. некоторые волосики. Mm-hmm. Они мелкие, близко расположены кожи, но рост волос такой прям вот похожий. Mm-hmm. На улице он походит на неплохое преображение. Я такой, что он делает? Вы... А как там? Много внимания привлечет. Ну да. Тик-ток. А как вот думаете, Евгений, как можно стричь бороду и не гнуться? Вот так вот стоять и просто... А. Не сильно так опуститься, а поднять все выше, там, по бокам, там, где таких 70 градусов, вот так, еще раз. Ну, то, что я, как бы, гнул, я не сильно напрягаюсь. Это не сильно, да? Да, я не чувствую, что я это. А если три человека так вот подряд? Ну, первый раз. Там, может, как-то буду я отведу, что стульчик, нельзя стульчик купить на колесиках маленький барбер? Я про это видел, мне просто настолько неудобно работать на стуле сейчас. Не, я много, вот откуда приехал, у меня стул есть такой, высоко поднимается, я его покупал, сколько, ну рублей 500, наверное. Высоко реально поднимается, красиво, удобно. Ну, мне постоянно потом использовал его в фото. Очень хорошо, удобно. Хоп, ты даже не обязательно на нем катаешься, но просто вот присел, знаешь, там, подбрил. Знаешь, есть на минуту, просто ты не сможешь потом своим клиентам жаловаться, что ты устал. А, ну, в принципе, да. Что ты устал, ты один на стуле прокатался. Не, я лучше буду купить. Не устал. Так, Серега, ты походу сюда тоже подбирал, нет? Нет, все не трогал. А у вас есть? Мы тоже подносал, да, вы не стремились. Усы, щеки, вот эта вот нижняя часть под губой, все коротко. Это вы сейчас сделали, чтобы волосы не летели, да, на лицо? Да. О, видите, какой нюанс, я такого еще не видел. Подставил расчесочку, бреет волосы, машинкой снимает, и они от расчесочку отскакивают. Очень прикольно, кстати, я такого не видел еще. Хороший нюанс, обратите внимание, друзья. Морщится, ничего не делает. Скажем,
комплекс Webfish. Там, где я знаю, там бывает дорого стоит очень. Ага. Она круто себе сделала. Попробуй так держаться, да, без жира, без ничего. И... Например, хайп, что кто-то известный издевается над животными. Плохой хайп. О, это плохой хайп. И может кто-то тоже не знал, что если сжать, можете еще раз быстренько показать, что я имею в виду. Ну, типа, вот так тоже волосы не убирают. Но бывают волосы за ушами, когда они реально так не убираются. Мы просто сжимаем сильно и делаем кусочки, и так проводим. И все получается четко. Вон, кто-то еще пришел. Это нормально. Это... Ну конечно, там, он же видит себя чаще, видит себя да, сразу. Как медитирует. Он хотя этот раз. Хочу вот так пробовать. И так, ну, все, пока. Полосочки. Сейчас модно, да, полосочки? Я тоже вчера делал. Три пацана в мире. Можно мне полосочку? Модно, не модно. Бурей, как бы, ну, Сереге это да, идет, мне нравится. Делал только более сурово. Кого-то я отговариваю от полосок, кому-то я сам говорю, давай сделаем. Вообще прикольно, там консервный вес, и я хочу их приукрасить. Тянем кожу. Ну, вот это место считается самым нужным. Не затягиваешь? Очень сильно. Конечно. Вот, то есть мы здесь не будем, здесь мы оттягиваем с КДК и бреем где-то рядышком. То есть не на самом. Это мы сделаем, а потом мы будем еще тут колдовать. Да, не, он... Типа, я зрителей пытался все из себя вычислить. Очень старался, значит не получается. Нет, ну, даже зрителей. Ну, что-то неудачно было, не нашел. Это проще просто более-менее сделать. Да. Так, то, что проработали... Не легче. Пишут, молодцы ребята, удачи вам, удачи вам, Евгений.
О, так симпатично. Переходик, да, получается? Да, коробка сейчас идет. Это Паша, когда монтируешь видео. Ты же смотришь его как бы от начала до конца, да, чтобы не пропустить всякие моменты. Красиво, когда густая борода и короткая стрижка. Да, симпатично. И накачанное тело. Он сейчас станет, может, вы посмотрите. Не через футболку увидите. Может, сфоткать, показать ему со стороны? Ну, ты, по сути, понимаешь, я подрезал. Я думаю, зависит. Если я подрезаю, что в тот раз, ну, то не так сильно, но я в контексте сделаю полностью для себя. Да, если сейчас, мне кажется, чуть подрезать, придется еще ее снизу тоже резать всю. Да, да. Не, все хорошо, мне нравится. Я переспросил так, скорее, для общего. Просто она сейчас, ну, даже, мне кажется, если полсантиметрика убрать, это будет вообще вид другой совсем. Ну, вам виднее, опять же, вы же будете носить его. А так, представьте, сейчас оба брежет, и вам придется снизу все это выбривать. Ну да, под меня тоже надо. Ну, самый нормальный вариант, может, сфоткать, вы посмотрите. Не-не, я все вижу. Угу. Брутально, конечно, клиент. Ух, пишет. Брутальный клиент. Ух. Ух. Брутально, базарный. На Кратоса похож. Кого? Ну, Кратос есть там в игре, бог войны. Когда мы тебя разденем заново, потом наденем. Сейчас будет, друзья, видите, происходить процесс колдовства. Учусь у вас новым фишкам. Здорово, спасибо за комментарий. Эксперт Color. Бутик. Бутик какой-то. Да, дорогая. Эксперт Color звучит дорого. Она недорогая. Недорогая, да? Вот совершенно случайный выбор по краске, она казалась неплохой. Друзья, вам на заметку, вот, если что, бутик Color. Color. Бутик Color, вот так выглядит. Спасибо за уроки, они помогают в работе очень хорошо. Очень рады, что мы вам пригождаемся. Рады быть полезными для вас, Ирина, и для всех. 1:1 это соотношение краски с оксидом. О, спасибо, видите, я хоть знать буду. Большое спасибо вам, друзья. 1:1 это соотношение краски с оксидом. Это получается на этом написано, да, на упаковке сразу сколько? Да, мастер хороший, но не усложняет.
А вы не хотите, ну, наверное, вот так вот, только интересно, я такого не видел, как бороду смывают. Не, у меня есть, у меня был когда-то в бэшопе одном, на фоне там смывали бороду, но я не обращал внимания на это. Сейчас посмотрю прям вблизи. Клиент сам, да, делать должен? Так, ну, это самый удачный способ. Методом практики было определено, что лучше всего это сделать самому. Ну, правда, неудобно, непонятно, как это заворачивать, как смывать, и по скорости везде все получается. Короче, иди близко. Ну да, да. Полотенчиком, да, удобно делать. Ну да, темная борода вообще. Ну понятно, что еще краски на ней много. Да. Это маслечко, да? Вот, кстати, всегда было интересно масло для бурды. Ну, может, разглаживать, а оно все только фиксация. Кстати, надо уже не купить масло потом. Борода. Мне давно говорили, что от масла становится интереснее. Мне кажется, можно в аптеку пойти купить там масло боярышника какого-нибудь. Масло банановое, масло может. Так у вас подходит? Да, оно же для волос вообще полезно, там одни полезные полезные свойства. Огонь, буду знать, спасибо. И масло хорошо. Сколько? 50 рублей. Ой. Не, ну раз. Ну, да. Копейка на стоит. Ну, да, да. Если знать, где брать. Можно так разных купить. Но должно быть, как я понимаю, не рафинированное, не дезодорированное. Ну, такое, типа, естественно, вкусное отжим. Понял. А, да, я же купил себе масло, короче. Но хотел когда поесть, я уже понял, что нету, потому что у меня жена его выбрала. Ага, вот, она знает толк. Чисто теоретически, если масло, кстати, масло, можно даже в душ не ходить. Будет пахнет хорошо. Постоянно поры забивать. Не, ну конечно, даже на видео совершенно другой оттенок. Как-то, может, мы уже присмотрелись, там примелькались, а на видео прям сразу оттенок совершенно.